Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. 35-летняя Мирослава Карпович и 33-летний Павел Прилучный обнародовали в своих микроблогах в Instagram фотографии с отпуска на Мальдивах. На данный момент артисты официально не подтвердили отношения, однако уже выходили в свет как пара. Первые снимки с побережья Мирослава и Павел опубликовали синхронно 2 дня назад, но ни одной совместной фотографии актеров пока не появилось. Напомним, что 1 мая Павел Прилучный впервые прокомментировал свои отношения с Мирославой Карпович. Несмотря на то, что об их романе стало известно около года назад, влюбленные держат в секрете подробности личной жизни. «Мирослава – потрясающая девчонка. У нас очень хорошее отношение. Мы оба с опытом, я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок, так или иначе все мужчины – дети», – комментировал ситуацию актер. Ранее Павел Прилучный рассказал, что Мирослава Карпович нашла общий язык с его детьми от экс-супруги Агаты Муцениеца. 5-летняя дочь Мии и 8-летний Тимофей свободно общаются с Мирославой. «Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются», — делился артист. Напомним, что Мирослава Карпович рассказала о своей любви к Павлу Прилучному в апреле этого года. «Мы с ним действительно совпали, как в стихотворении Роберта Рождественского. Мы совпали с тобой, совпали в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом, вода». Артистка призналась, что Прилучный любит делать ей сюрпризы. Так, на 35-летний юбилей возлюбленный он арендовал вертолет, который доставил пару к огромному заснеженному полю. На белой поверхности алыми буквами была выложена фраза «Мирус, с днем рождения». Стоит сказать, что слухи о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеца появились еще в 2018 году. Все началось с того, что супруги отменили подписку друг на друга в своих микроблогах в Instagram и объявили, что взяли паузу в отношениях. Зимой 2020-го стало известно, что их брак, просуществовавший 8 лет, расторгнут. Изначально экс-супруги не раскрывали подробностей, но позже Муцениеца сделала заявление о физическом насилии со стороны артиста. О романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович впервые стало известно летом прошлого года, когда во время шопинга актер был замечен со звездой папиных дочек. Бывший супруг Муцениеца нес в руках дамскую сумку Карпович. После этого пара провела совместный отпуск с детьми Прилучного в Крыму. Несмотря на то, что Мирослава и Павел старались не афишировать свои отношения, внимание общественности было приковано к их роману. Мирославу обвиняли в том, что она разрушила семью Прилучного и Муцениеца, и даже присылали угрозы. Нападки хейтеров были обусловлены тем, что Карпович, по слухам, начала проявлять интерес к мужу Агаты еще в декабре 2019-го. Павел резко отреагировал на попытки вторгнуться в его личную жизнь и порекомендовал отписаться от него в соцсетях. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.